Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня предлагаю связать вот такой красивый палантин из нежной пряжи. Нежный по цвету. Эта пряжа у нас новый объем. Шерсть плюс акрил. Вот так красивый узорчик, лепесточки. Сегодня мы их освоим. И нам в помощь есть схема. Хорошо читаемая. Мы ее разберем. И получим вот такую красоту. Предлагаю посмотреть узорчик, попробовать связать образец, а если понравится, то и палантин вместе со мной. Есть вот у меня такая схема. Сам узорчик, вот он выглядит, очень мне понравилось. Интересная, красивая работа. Схема нарисованная. И сегодня будем с вами разбирать этот узор. Шапочку мы связали, остатки пряжи остались. Это у меня новый объем, вот такая красота, очень красивая ниточка. Шапочку я вязала в 4 вязания, а палантин, шарфик можно связать и в 2, это будет красиво. Крючок у меня, как обычно, 2,75. И предлагаю для начала сделать набор, как обычно, я всегда так делаю, мне нравятся колечки. И очень потом удобно из них вязать. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в самую первую петельку набираем накид. Делаем накид. 1, 2, 3, 4. В первую петельку накид. Ой, накид, говорю, столбик с одним накидом. Вот. Раппорт узора 4 колечка. 4 колечка и плюс еще. И плюс еще одно колечко для необходимо для узора. 2, 3, 4. То есть мы набираем петли, равные 4 колечкам. И плюс еще одно колечко. Раз. Я набрала колечки 4 плюс 4 и еще плюс 1. То есть еще одно колечко нам необходимо для того, чтобы узор получился и сложился. Теперь наша задача такова. Смотрите, что мы делаем. В колечко соединительным столбиком переходим. И провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Между колечками столбик без накида. Такое вот небольшое колечко получается. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Одно колечко мы пропускаем, а в центральное 1, 2, 3 мы провязываем красивые лепесточки. Лепесточки у нас такого плана. Столбик с 3 накидами 3 раза. Это будет один лепесток у нас. Так, 1, 2, 3. И вершинка тоже будет общая, объединять наш лепесточек. Объединили 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И повторяем. 1, 2, 3. 3 лепесточка у нас будет такой наш основной узорчик. 1, 2, 3. 3 лепесточка из 3 столбиков с 3 накидами. Между ними 4 воздушные петли. Очень нежный узорчик получается. Мне понравился, я решила связать палантин в комплект к шапочке. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. И еще один цветочек провязываем. 1, 2, 3. Три лепесточка. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Смотрите, одно колечко пропускаем. И вот между колечками столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И вот сюда. И повтор нашего узора. Точно такие же лепесточки. 1, 2, 3, 4. Одно колечко пропускаем и вяжем вот сюда наши лепесточки. И вот я провязала еще один узорчик. 4 воздушные петли. Одно колечко пропускаем и в центр между колечками провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Самого начала колечко. Вот.
первый узор мы с вами провязали, первый рядочек, сделали распределение узора, пока вот оно такое. Дальше будет симпатичнее. Переворачиваем вязание на другую сторону, соединительный столбик в колечко провязываем. Так, еще разочек. Вот, и теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у меня столбик с тремя накидами. 1, 2, 3. Это 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И столбик с тремя накидами. Сейчас покажу схему, как это выглядит. Наше начало вязания второго ряда. Мы с вами провязали первый рядочек вот такого плана. 5 воздушных петель, 3 лепесточка. 5 петель, 3 лепесточка. Закончили. Теперь наша задача. 2 столбика с 3 накидами, между ними 3 воздушные петельки. И теперь 2 воздушные петельки, столбики, 2 столбики, 2 и опять вот такая вот арочка. Это второй рядочек. Узор несложный, запомнится легко. 2 воздушные петельки, 1, 2. И теперь между лепесточками находим место. Ну вот, между лепесточками вяжем столбик с накидом. Так, 2 воздушные петли, 1, 2. Столбик с накидом, 2 воздушные петли, и еще повторяем столбик с накидом, 2 воздушные петельки и столбик с накидом, 2 воздушные петельки. Вот такой вот у нас узорчик должен быть второго ряда. То есть в одном ряду мы свяжем лепесточки, а во втором мы вяжем вот такую основу, столбики и галочку. 2 воздушные петельки. И там, где у нас вот эта арочка из 5 воздушных петель, мы вяжем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И столбик с 3 накидами. То есть все очень просто. Не всегда схема кажется простой, а начинаешь вязать, а оказывается она простая. Как говорится, глаза боятся, руки делают. На самом деле все несложно. 1, 2. 2 воздушные петли. То есть между лепесточками мы с вами просто-напросто провязываем вот такие вот как бы галочки. 2 воздушные петли и заканчиваем вязание. Вот там, где у нас 5 воздушных петель. 2 столбика с 3 накидами. 1, 2, 3. И наш второй ряд мы заканчиваем. Начинаем вязание третьего ряда. Повтор узора. Раппорт узора всего лишь навсего первый и второй ряд. Единственное только, что мы вяжем в шахматном порядке. Разворачиваем вязание, переходим в центр. И наша задача провязать лепесточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но смотрите, по схеме у нас должно быть 3. Мы свяжем 2, потому что это как бы у нас начало и конец. А по центру будем по 3 провязывать. А узор сохраняется тот же самый. Все. 1, 2, 3. Принцип набора петель. Те же самые столбики. 1, 2, 3. Только в самом начале и в конце у нас будет не по 3 столбика группа, а по 2. Так. 1, 2, 3, 4. И опять лепесточек. То есть у нас будет не 3 лепесточка, а 2. 2, 3. Сами лепесточки вяжутся одинаково. 1, 2, 3. Накиды придают им такую удлиненность. Вот. Провязали. Вот такое у нас будет начало. И также будем заканчивать. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И вот смотрите, там, где у нас галочки были, по центру галочки столбик без накида. 1, 3, 4, 5. То есть 5 воздушных петель, как у нас и было, да? Вот они у нас в самом начале, только в шахматном порядке. В шахматном порядке. 1, 2, 3, 4. Провязываем. И в арочку из 2 столбиков мы провязываем наш цветочек, лепесточки наши. 3 лепесточка из 3 столбиков с 3 накидами. Легко запомнить, правда? 1, 2, 3.
провязываем вместе. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три. И еще два лепесточка. Точно таким способом, образом, который мы уже с вами связали. Главное подобрать нежные ниточки, и будет очень все красиво. Вот два лепесточка и третий лепесточек. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 1, 2, 3. 1. Узор попросили разобрать. А когда есть схема, почему бы и не разобрать такие красивые лепесточки. Такой красивый узор. Вот наши три лепесточка. 1, 2, 3, 4. Там, где у нас такие галочки. 1, 2, 4, 5. Во вторую. Вот. И вот у нас, смотрите, уже практически мы узор связали, он идет в шахматном порядке. Нам осталось 1, 2, 3, 4 провязать 2 лепесточка. И вот мы провязали 2 лепесточка. Переворачиваем вязание, в центр переходим и вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбик с накидом. 2 воздушные петельки и столбик с накидом. То есть немножко ограничено, да, у нас здесь количество. На один столбик мы сокращаем. Вот у нас здесь была одна галочка и 2, а здесь у нас вот так вот будет в самом начале и в самом конце. Вот. А дальше мы продолжаем. 1, 2, 1, 2, 3. И вот там, где у нас 5 воздушных петель, за эту арочку мы провязываем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 воздушные петли и столбик с 3 накидами. То есть узор-то повторяется просто в шахматном порядке. И в принципе достаточно легко запоминается. Вот наша галочка. Точно такая же, как здесь была. То есть в одном ряду мы с вами вяжем просто столбики. А в следующем ряду, в лицевом, вяжем вот такие лепесточки красивые. 2 воздушные петли, легко запомнить, в этом ряду у нас 2 воздушные петельки все время идут. И там, где у нас лепесточки, столбик, 2 воздушные петельки, столбик. 2 воздушные петельки, опять столбик. 2 воздушные петельки, столбик. То есть в этом ряду у нас вяжется основа для лепесточков. 2 воздушные петельки, 1, 2, 3. И там, где вот это у нас арочка из 5 воздушных петель, у нас провязывается столбик с 3 накидов. 1, 2, 3. И еще один столбик. 1, 2. И вот у нас в самом конце получается сокращенное количество галочек. А мы одну галочку провязали полноценную, 2 воздушные петли. А одну за вот такой вот последний столбик цепляем и провязываем. Вот. Вот и весь такой узорчик. Симпатичный, предлагаю связать на повороте, что мы вяжем на повороте. Мы вяжем то, что мы вязали в самом первом ряду. Повторяем. Соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такая галочка, как в начале. Вот она у нас идет. 1, 2, 3, 4. И в арочку вяжем 3 лепесточка, повторяя первый ряд. То есть мы с вами провязали основу в шахматном порядке такого симпатичного узорчика. Если вязать его в большем объеме, получается вот такого плана. Такая красота. Предлагаю связать. Кажется, что сложно, на самом деле не сложно, красиво, красивый, нежный, воздушный палантин в ваших умелых ручках. Повяжем.
такую красоту предлагаю связать, такой палантинчик. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Схема есть, предлагаю повязать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приглашайте своих подружек. Будем вязать красоту вместе.